Так, всем привет, друзья. Мы опять на острове. У нас новые вехи. Глубокое исследование. Здесь дикие существа. Давайте посмотрим. Тут вышла какая-то обнова. Пофиксили остров. Уменьшили силу защитников в сезонных областях, включая крепость, дикие существа и точки 1-3 уровня. Точки ресурсов. Это очень хорошо, потому что люди послабее будут их пробивать теперь, наверное. Так, уменьшена сила защитников, которая увеличивается с расстоянием. Это бонус у нас, который давался там дикому существу, например, если он не в вашей территории. Вот здесь сила защитников была 50 где-то процентов, может даже больше. Теперь 17 или сколько там? Да, 17,2. Так, что еще здесь у нас? Знаю энергию, да, там тоже пофиксили. Так, новый атрибут. Уменьшение сезонного потребления исцеления муравьев-солдат. Добавлено к атрибуту укрепления инкубаторов муравьев. Прикольненько. Еще бы понять, что это. Так, добавлено новое сезонное достижение, после которого вы сможете получать сезонных муравьев 10 и 11 уровня. Так, это у нас... Это у нас где-то, да, вот тут сезонные достижения. А, вот. Вот этого не было раньше. Теперь можно выбрать этот Т10, да? Да, Т10. Можно выбрать 60 тысяч. Тут добавили за личные очки. Ну да, вот добавляли муравьев. Это очень хорошо. Это очень хорошо, то, что их добавили. Будем быстрее на отряд собирать хотя бы. Здесь в альянсе ничего нету. Так, дальше что там у нас? Уменьшение процентов тяжело раненых муравьев солдат, образующихся во время сражения. Вот это очень хорошо, потому что многие, кто сейчас участвует основами, говорят, что с двух ударов, с двух-трех ударов полная больница, типа много меда улетает. Это хорошо, если они процент хотя бы половину сделали, то это очень отлично. Так, дальше оптимизированные награды за охоту на низкоуровневых диких существ. Увеличено количество укрепляющей смолы. Тоже отлично. То, что смолы побольше. Так, давайте глянем. 80 смолы для укрепления. Ну, тоже неплохо. Я не помню, сколько было до этого. Низкоуровневые это какие вообще считаются? 9, например. Ну, неплохо. 145. 160-175. Ну да, неплохо. Их 20 раз можно бить в день. Угу. Так, дальше давайте глянем, что там еще. Расход энергии, вот. На одиночные атаки и рейд для атаки крепостей уменьшен до 5. Вот это очень отлично. Теперь 5, это очень хорошо. Отлично. Добавлены сезонные муравьи к наградам Альянса за первый захват гнезда, место жительства и города в начальном месте. Это мы тоже видели. Оптимизированы вознаграждения за охоту на шершней. Чё там? И где этот шершень? Вот шершень у нас. Вот этих непонятных коробочек добавили. Угу. Не знаю, как. Как чё? Сколько там в них, но их добавили. Было 85-90, по-моему. Или 85-100 с чем-то. 120-170 стало. Нормально. Но я надеюсь, там что-то хоть ценное. Так, дальше что еще там? Поисправляли. Исправлена проблема, из-за которой в некоторых случаях было невозможно создать рейд на крепость в сезонной зоне. Многоразовый рейд. Ну, нормально, нормально. Они сейчас ее фиксят. Когда мы залетим, уже, я думаю, более-менее будет играбельно. А второй раз, я думаю, уже будет до идеала все доведено. Так, что еще посмотрим? Давайте перейдем на основу. Здесь по острову пока все. Вот у нас скачивается обнова, так что подождем.
Так, мы на основе, друзья. Тут добавили вот такую вот фигню. Собрать. Пару дней назад была обнова. И сегодня тоже она была, получается. Не знаю, как это работает, вот это собрать, но что-то у меня не очень получается. Не очень нравится мне это. Так. Здесь добавили генерала для луков, я знаю. Скорее всего, он будет донатный. Красно-черный тетрапонер. Блин, название у них, конечно, господи. Давайте глянем его по-быстрому. Так, что он может? Шанс 150. Шанс 200%. Нет, шанс 100% нанести 200% урона случайной очереди противника. Данный навык имеет 30% шанс активироваться еще раз. Это очень хорошо. Это он может два раза даже долбануть. Неплохо. Ого, проценты неплохие. Во второй, четвертый и шестой раунд 70% шанс нанести 450 урона процентов двум случайным вражеским очередям. Нормально. Дальше у нас что? Атака плюс 15, урон плюс 12, эффект навыка доминирования. Угу. О, красивый навык командира. Это у нас атака 38% и восьмое. Очередной очередь спецмуравья наносит 35% больше урона навыков в бою. После каждого применения боевого навыка атака навыков очереди увеличится на 25% до конца боя. Интересно. Эффект складывается до бесконечности. Это пугающая надпись, что он до бесконечности складывается. Ну, неплохо. Выглядит он неплохо. Показатели у него неплохие. Также добавили новую внешку. Также у нас вот тут новая внешка, друзья. Давайте ее заберем. Чпок. Давайте ее поставим. Глянем, как она выглядит. Выглядит неплохо. В деревне на чердаке такая же гнездина была. Но вот это мне больше нравится. Пушка. Ух. Все, друзья, вроде так по-быстрому пробежались по острову, по основе. Пишите в комментариях, задавайте вопросы. Если будет много вопросов, я создам отдельное видео по вопросам, по острову там. Ну, любое вообще. Задавайте. Всем спасибо, друзья. Всем пока.